Приходилось ли вам бывать в ауле Беркутном? Нет? Как же это вы можете жить, не повидав один из самых красивых аулов на свете? Трудно вам, конечно. А ведь есть люди, которые не только повидали этот аул, но и родились в нем. Вот это настоящие счастливцы. А вам известно про озеро с волшебными рыбами? А? Тогда слушайте. Что это? Керамет разваливается. С чего бы это? Камни. Они же с керамета сыплются. Шериф Луагай верно говорит. Если бы батыры такие нашлись, которые запустили в озеро рыбу. Но нет. Мама! Камни с керамета все вокруг завалить. Вместе с домами. Не хочу, чтобы нас завалило. А я знаю, что делать. Мы создадим отряд и спасем керамет. Но это же опасно. Таганок! 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 Хотим рыбы наловить, чтоб в озеро запустить. Этим мы спасем гору и всю нашу деревню. На керамете никакого озера никогда отродясь не было. Потому что кроме меня на вершину горы никто никогда не поднимался. Обещай никогда и никому, ни во сне, ни наяву, не выдать наш секрет. Клянусь! Завтра утром наш отряд отправляется на керамет. Вон вершина. Поторопимся, ребята. Пойдешь с нами керамет спасать?